надо, не морозьте, пожалуйста, себя. Может, вы дома лучше пойдете? Я пойду обязательно. Пойдите домой, поберегите свое здоровье. Очень много народа, я просто боюсь пересказать их поведение. Я понимаю, пожалуйста, пройдите, наверное, все в сторону дома. Пойдите домой, поберегите свое здоровье. Привычка у них такая была. Ленинцы. Надо правильно выражать. Ленинцы и троцкисты. Вот. Это одна публика. Продолжите, пожалуйста, сувенирические беседы в районе метро. Это одна и та же публика. Вы на ту сторону? Что ленинцы, что троцкисты. Вы на ту сторону сейчас пойдете? Я очень убедительно вас призываю к тому, не мешать проходу других граждан. Решайте их право на свободу перемещения по городу Москве. Хорошо? Я вам сделал официальное предупреждение. Спасибо.